Рады вас видеть. Отношения с Алжиром имеют для нашей страны особое значение и носят стратегический характер. Мы сейчас вот только, когда передвигались в этот зал с господином президентом, вспоминали о том, что отношения между Алжиром и Россией начали складываться еще в середине 50-х годов. Развивались уже тогда, можно сказать, что они тогда уже носили стратегический характер. Алжир входит в тройку ведущих торговых партнеров России на африканском континенте. Вчера, насколько мне известно, вы должны были посетить российско-алжирский бизнес-форум. Надеюсь, что интерес с обеих сторон к мероприятиям подобного рода будет только возрастать. Ну, забегая вперед, отмечу, мы будем рады вас видеть в Петербурге в конце июля на втором саммите «Россия-Африка».